1500 лет мы с вами не виделись, потому что я не снимала на основной канал ничего. Короче, я не знаю, насколько долго это продлится. Я очень надеюсь, что на очень долго, потому что это все будет в зависимости от того, насколько хорошо мы, во-первых, поддерживаем граунд, потому что граунд, между прочим, помогают мне в этом плане. Я вообще не хотела в ближайшее время восстанавливать YouTube, но человек из граунд со мной связался и сказал, что ему очень жалко, что мой канал пропадает. Он сказал, что он хочет очень сильно помочь снова поднять актив на канале. Соответственно, как бы это все не просто так. Я размещу под видео ссылку на граунд. Также зарабатывать там поинты, с помощью которых вы будете получать различные призы, такие как наушники, клавиатуры. Главное, зарабатывать как можно больше очков, а и тогда все будет круто. Сделать, чтобы заработать очки? Зарегистрироваться по нашей ссылке Corn Tomato Fields. На самом деле здесь все действительно просто. Ты заходишь на сайт, видишь игры, которые вышли только сейчас, видишь игры, которые доступны на русском языке, и ты можешь также смотреть на игры, которые выйдут в ближайшем будущем. Более того, для того, чтобы сыграть, тебе нужно всего лишь нажать play, скачать лаунчер G-Round, и там игры будут устанавливаться на твой компьютер абсолютно бесплатно. И можешь также оставить комментарий либо здесь, после того, как оставишь ревью, либо написать его собственноручно, если ты, допустим, не можешь поиграть в игру, но по каким-то причинам у тебя не запускается, и ты такой типа скипаешь ревью и пишешь сразу коммент: сори, ваша игра абсолютно, допустим, там нерабочая, или мне очень понравилось, но ревью оставлять не хочу. Писать комментарии можно на русском языке, потому что все сейчас умеют пользоваться переводчиком, и в этом нет никаких абсолютно сложностей. Впервые отвели Алису сейчас в детский центр, так сказать, то есть, ну, там, где их обучают, знаете, там, где им показывают разные штучки-вещички. Я очень сильно переживаю, но я просто ей это не показывала, потому что, ну, блин, для меня это... Она не ходила в детский сад, она была ребенком, который был всегда дома, всегда рядом с нами, и сейчас, когда она, типа, взрослеет, обучается и тому подобное, мне немного тяжко, наверное. Скоро же в школу, поэтому надо готовиться. Полтора года, пока не сделали всякие прививки, мы сидели дома, особо никуда не ходили, ничего не делали, так что да. Сейчас мы уже привиты и можем потихонечку выходить в люди, можем потихонечку гулять, можем потихонечку... Но в маске. На самом деле мы еще очень сильно поправились, за эти полтора года мы набрали аж по 10-15 килограмм каждый. Нам сейчас просто необходимо гулять, мы вот сейчас прошли немножко и сразу такие: о, лавочка, посидим. Вот Алиса — это тоже первый шаг, собственно, к социализации, но именно для Алисы. А у нас это шаги в физическом плане, потому что пока она учится, мы гуляем. Правда, вот погодка испортилась. Из последних событий что еще у нас такого прям смачного происходило, что нужно знать людям, которые остались на канале и не приходили на наш твичи? Но мы поехали в этот, как его, на... Ну вот, собственно, вот так вот, да. Ну, и примерно как бы так и прошли года два, да. Вот. На чертом колесе мы покатались. Вот, вау, за два года, знаешь, типа, как, типа, что ты сделал? Ну, сок купил. Я не знаю, я на чертом колесе лет 20 не катался. Не, ну тут по факту. Короче, худите вместе с нами, чат. Я еще скоро буду выпускать периодические ролики по Just Dance. И охудеете совсем. Вот, и с помощью Just Dance, собственно, будете вместе со мной танцевать всякие штучки интересные. Потому что на Твиче я не могу их танцевать, так как там DMCA. Будем с вами, в общем, делать монтажи на YouTube. Вау, вам не видно, да? А я уже жмурюсь, потому что тут пипец какой ветрище поднялся. Это что, ураган? Это шо, ураган? Больно, ау! Дима, смешные цены, пойдем посмеемся вместо того, чтобы песок ловить. Иду такая. Иду. Хобо. Крепота. Господи, какой ветер! Господи, мне сейчас телефон сдует, вот что мне сдует. Короче, магазин со смешными ценами — это магазин для худышек. Не для тех, кто сидел на карантине два года, нет. Жень, я сейчас покажу, что с деревьями творится. Они просто гнутся к земле, тут такое ветрище. Вот эту работу можно будет взять домой. Мне очень понравилось, что внести, что там так круто. Тем более, знаешь, что есть? Чё? Тут придумали, как сделать бассейн из шариков. Бассейн из шариков? Нифига себе. А из заданий что понравилось? Делать горох? Покажи сюда. А весело было с преподавателем и с детишками? Они там все хорошие? Ну... Чё, дождь попал? Нет, мальчик там заплакал. Мальчик плакал? Да. А почему?
потому что его там центр сломали, и он его больше не смог. Кошмар, бедный. Бывает такое. Но было здорово все равно, да? Несмотря на то, что мальчик, вот не повезло мальчику. Приехали домой, наготовила целую тарелку бутербродов. Решили вдруг внезапно поесть бутербродики с красной рыбкой, потому что у нас она лежала. В итоге я не успела снять тарелку целиком. Я сняла только, когда осталось лишь вот 3 бутербродика. Смотрите, смотрите, Дима работает. С записями вы можете ознакомиться на Бусти. Эй! Здорово, а я тут записываю отчетик для своего канала. Работаешь? А я говорю, сейчас потихонечку подойдем, послушаем, как Дима работает. Ага. Палишь мой второй канал еще сверху вниз. Не показывай ту камеру. Вот такие дела. Да, рассказываю про плашки, которые выбил. А ты что-то выбил? А, ну да, ты много выбил. Но с последнего отчета 10 платин я получил. Красавчик. Вообще 21. Красавчик. Скажи что-нибудь хорошее. Мандарины. Ебать. Что скажешь хорошего? Вкусно с любовью. А еще мы недавно купили прекрасные доминошки с едой. Там очень много картошки фри, суши, мороженое, бургеры и все остальное. Деревянные, я прям обожаю играть в эти доминошки, они прям офигенные. А пока до монтажа дело не дошло, я... валяюсь на диване. Как бы работа это полезна, работа это важна, но тем не менее я прям вот буквально выкидываю себе периодически там на 3-4 дня отдыха от всей движухи. Я вот даже сейчас лежу в домашней футболке, такая вся с домашней прической, мега расслабленная, думаю, ой, ну и ладно. Настолько мне удалось постигнуть дзен. Я хочу пожелать вам прекраснейшего выходного дня, 2-5 жизни, выходной жизни, типа отдыха, чтобы вы даже на своей работе уставали как можно меньше. Хочу, чтобы вы хорошо высыпались, и я хочу, чтобы вы почаще приходили смотреть монтажики и стримы. Оу май! Что делаешь? Я играю. В какую игру? Где надо спасать мир. Спасать мир? Вау! А я не знаю, я эту игру еще не играла. А какие игры ты уже играла? Майнкрафт. О, Майнкрафт, да. С папой вместе, да? Да. Мне вот такая история. Здравствуйте! Всем привет, друзья! Это Атла Гейтс. Нет, новости. Дайте маршрут налево, направо, налево. Вперед! Едем-едем в соседнее село на дискотеку. Едем на село со своей фанатекой. Ву-ху.